Доброго времени суток всем. Видео отчет по ремонту гармонии Чайка 2. Сергей из Славянска на Кубани. Привет передаю. Значит, ссылочку ВКонтакте кину на видео. Посмотрите. Значит, проведенные работы. Внешний вид, само собой. Ремни заменены. Орнамент. Предлагал ромик сделать, не захотел. Ну, что-то ж каждому свое. Значит, внутренние все остальные работы. Настройка, переклейка залогов, клапанов. В общем, все как обычно, все как положено. Компрессия железная. Звучание. Сейчас покажу. Все застежки меха на месте, ремни на месте, все настроено. Вот такой получился инструмент. Так что отправляю ссылочку. И что могу сказать? Кому нравится, пожалуйста, обращайтесь. Любую модель приведем в порядок. Ладно, всем пока, удачи. Смотрите другие видео, много интересного на канале. По гармониям, естественно. Пока.